Пришла весна, проснулась первая живность у нас. Впервые апрель такой теплый. Вот. Лягушки проснулись. Сидит, позирует. Всем привет, друзья! С вами Дмитрий. У вас Патриот 2019 модельного года. Воскресенье, 21 апреля. Отличный денек сегодня выдался. Решил прокатиться на природу, посмотреть на реку. Начинается половодье. Солнышко сегодня пригревает совсем по-летнему. 25 градусов на солнце. Очень тепло. Ветра нет. Так, где бы здесь можно было бы причалить. Снег еще у нас не совсем растаял. Ух, снесло немножечко. Ничего. Сейчас выправим ситуацию. Надо заехать чуть-чуть вот сюда вот, дать немножко влево. Нет, не хочет. Давайте включим тогда внедорожный режим и пониженную. Так. Вот сейчас на второй пониженный тогда. Вот сразу машина сразу поползла. Так, а где ж тут? А где ж нам причалить-то можно? Назад. Первую пониженно включу. Снег сейчас слежавшийся, сырой, поэтому тяжело на шоссе на резине здесь карабкаться. Сейчас развернемся наверху и вниз к речке опять. А это у нас территория Экстрим Парк под городом Харовск в деревне Бараниха. Здесь трасса по мотокроссу, я уже показывал, в принципе, в одном из роликов. Здесь чемпионат России по мотокроссу проходил на этой трассе. База отдыха под это дело была построена, но даже чемпионата Европы хотели здесь проводить. Уже, в принципе, первые предпосылки для этого были. Но, к сожалению, все это у нас заглохло. Вот, все, мы заползаем на горку. Сейчас развернемся, вот здесь вот. Поедем вниз. Даже вот здесь вот, наверное,
включить. Не, вот смотрите, внедорожный режим-то так вообще помогает. Сразу машина по-другому пошла в гору. Вот она трасса, видите, вот судейский домик. Здесь вот. А вот то, что осталось. Остатки трассы, остатки былой роскоши. Вот видите, здесь вот гоняли кроссмены. Мы сюда. Здесь стартовая линия была. Я даже, наверное, сейчас вставлю фотографии и покажу вам, как это было. Поедем по полю. На моторной лодке кто-то плывет. Это река Кубина. Сильно разлилась. А вот база отдыха Экстрим Парк. Так, ну что, я думаю, что вот здесь вот нужно припарковаться, смотреть на реку. Жарко, работает климат-контроль в автоматическом режиме. Мне прохладно. Включается электровентилятор. Люди отдыхают тоже. Вот отсюда, вот с этих вот гор, в одном из роликов я катался на ватрушке. Сегодня вечером у меня баня запланирована. Пойду купаться в реку. Красота. Сейчас, наверное, туда поеду. По ямке. Попробуем немножко. Немножко в лес зарулить. Так, значит, ставлю я сюда камеру. Поедем. Да,
вот такая бы погода установилась бы нормально, чтобы все высохло, просохло. Было бы неплохо. Плывем по грязи. Срабатывают электронные блокировки. На этой поляне когда-то мы лагерем вставали, мотоциклисты отдыхали, приезжали здесь со всей России гости. Неплохо было. Вот тогда, в 99 году, я здесь познакомился впервые с байкерами. Так примкнул к мотоклубу. И, в принципе, по сей день в нем и состою. В этом году хочу все-таки на какой-нибудь мотофест слетать. С мотоцикл в порядок приведу. И можно будет куда-нибудь сгонять. Ух ты, блин, ничего себе, какая тут... Грязище. Так. Тут у нас что? Тут у нас дорожка вот такая вот. Ну что ж, попробуем подняться по этой дорожке вверх. Не знаю, получится или нет. Наверное, нет. Слишком тут почва глинистая. Машина вообще не цепляется. Сейчас попробую с разгончика еще. Царапает. Так, ну-ка. Ну-ка, давай. Ну, не знаю. Так-то ползет. Ползет потихоньку. Пониженную попробую. Это была первая. Не хочет. Ну, электронные блокировки лучше так вот активно не использовать, потому что осуществляется-то это у нас блокировка путем торможения колес, которые буксуют. Компьютер определяют, вот, и подтормаживает колесо, которое у нас проскальзывает в грязи. Поэтому лучше не злоупотреблять, чтобы не перегревались тормоза. Так, ну давайте пробуем туда залезть все-таки. Я думаю, что, наверное, все-таки получится. Так, на второй вроде бодрее было, сейчас с небольшого разгончика. Так вот. Вот, видите, немножко царапаюсь. Вот почва. Так, поехали еще разок с разгончиком. Давай. Во. Ну вот почти. Сейчас вот я думаю, что немножко назад сдамся.
будет все нормально. Так, пробуем. Вот. Ну, ребят, видите? Едем. Едем. Нормально. Чувствую, придется на мойку после этого ехать. Снова брать разгон. Еще раз. Давай. Нет. Хочет задний ход. Задний ход. Давай. Нет. Еще раз на штурм. Ну вот, так. Вот в эту горку забраться, дальше, по идее, будет легче. Сюда придется. Давай. Во. Вот сейчас должны. Вот, 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 вот. Есть. Есть контакт. Так, давайте посмотрим. Ну да, тут нормально. Тут достаточно глубоко. Сейчас, еще раз. Глубоко. Мы двигаемся. Двигаемся вперед. Сейчас сантиметров 30 здесь снег, наверное, вот в этой в левой колее. Так, не хочет. Если немножко еще подальше отъехать, вот отсюда вот, наверное. С разгончику бы, да, дальше-то вроде как там более такое место. Так, идет.
выкарабкайся. Во. Идет. Идет чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило. Сейчас я сюда вот. Будем разгоняться. Так, идет. Это я все на второй пониженный. Плюс внедорожный режим. Так, вперед. Ну давай. Давай, 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 царапайся. Хочется. Определенно на мойку придется. Давай, давай, там-то уже, блин, вот уже снега нет. Тут метр 4 надо пройти, и все будет окей. Так, давай. Вот если сравнивать, брать мой автомобильный стаж, то мотоциклетный у меня значительно больше. Два раза, наверное. Изначально я был мотоманьяком, так скажем. Потом уже заинтересовался автотранспортом. Здесь вот сейчас вот. Ну, видите, глубоко как мостом задеваю. Так, все, давай. Надо разогнаться как-то. Вот, 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 вот. Отсечки крутим. Осталось что-то, что метр, наверное, остался уже, чтобы все нормально было. Там я впереди, вон, вижу, груда железа какая-то виднеется в кустах. Сейчас мы туда подъедем, посмотрим, что же там такое. Разгончик и последние метры берем, не берем. Так, давай, осталось там, блин, совсем ничего. Давай, давай, во, сейчас,
получилось. Сейчас снова с разгону тогда. Паркетники говорил, у вас паркетник превращается. Не, паркетник так не может. Так вот. Ну, все, поехали. Блин. Грязь. Вот. Выводят. Вот тут место. Не очень, кстати говоря. Ну-ка, автобус стоит какой-то старый, ржавый. Ну-ка я выйду, посмотрю, пусть пока немножко остынут. Это самое... тормоза. Опа. Вот, короче, собаки тут. Так, в общем, вот, ребят. А здесь, честно говоря, не хочется мучить машину. Давайте посмотрим, что там за автобус. Все-таки на шоссейке не хочется тут царапаться. Вот такой автобус стоит. Так. Все в паутине. Движок-то есть. Движок разобран. Разукомплектован. Тут знаки дорожные. Короче, блин, блин, дверь закрылась. А вот открылась. Аж думал, сейчас заложником буду. Нет, работает. Ручки. Так. Задом. Каким-нибудь задом буду уезжать. Отсюда. Ну, вперед попробую, в принципе, это немножко. Если не пойдет, не буду мучать. Так, как тут лучше? Какой-то мешок валяется в этом мешке. Неизвестно чего. Попробую прямо. Попробую прямо, не получится, не поеду. Так, блин, штатив отклеился. Сейчас я его обратно на этой резине
низине. Как-то тут, блин, не хочется мне. Немножко все-таки еще попробую. Хотя бы чисто так посмотреть, насколько я закопаюсь в эту грязь. Так-то вроде бы и ничего. Сейчас посмотрю. Вот давайте вам покажу. Вот видите? Тогда все таким аккуратненько что-то получится у нас. Как-то он вроде едет. Назад тоже едет. Вроде ничего. Вроде ничего. Сейчас назад сдам. Ну вот, видите, да? Ну, попробуем. Я так-то думаю, что может у нас и получится. Может и не получится. Попробуем. Ну как, ничего вроде. О, ребят, все, смотрите. Вообще нормально. Танк. Короче, выцарапались. Разворачиваться будем. Вернемся вот здесь вот. И назад. Ну вот. Задний ход и на разворот. Колеи. Что? Не вдруг ты развернешься. Не назад, а вперед.
сесть бы здесь. Так, сейчас назад вот. Пока тормознем. А вот как я тут выворачивал. Вот такие вот колеи. Тут я сидел. Ну, без проблем. Отсюда выехал. Ну вот, ребят, все. Короче, выбрался я отсюда, едем дальше. Все нормально. Все путем. Опа. Такой вот сегодня оффроуд. Воскресный, весенний. Мыться придется, все в грязи. Вы видите, как я сюда карабкался. Вот, все, душу отвел. Отлично. Надо машину выгуливать периодически. В ее естественную среду обитания. Не все ж по асфальтам, по федералкам кататься. Надо и вот так вот. Так. Все, ребят, все, выбрались, короче. Так, ну вот, вот машина. В таком у нас состоянии. После грязевых ванн. Так, давайте посмотрим снизу. Как там у нас? Сдевал, не сдевал я. Чем-нибудь. Вот. Раздатка не задевал, этим самым баком защита немножко задевал. Вот. Так вот. Ну-ка, демпфер посмотрим. Вот, а здесь вот так вот. Нормально, все живое, все здоровое. Так, ну вот, день прошел с пользой. Отдохнул душой и машину выгулял. Ну что, всем пока, до новых встреч на канале. Счастливо!